Всем привет! В этом видео мне бы хотелось поделиться с вами опытом салонной процедуры. Это было восстановление волос от марки Olaplex. Препарат Olaplex достаточно известен на западном рынке. В России он появился недавно. Он состоит из трех позиций, две из которых для профессионального использования в салонах. И третья баночка Olaplex 3 предназначена для домашнего использования. Восстановление волос препаратами марки Olaplex я делала в Москве несколько недель назад, и с удовольствием сейчас с вами поделюсь своим мнением и своим впечатлением о данной процедуре. Данная процедура достаточно недешевая. Препарат Olaplex, он очень известен в последнее время, и он постоянно набирает свою популярность на западном рынке. На российском рынке он появился относительно недавно. Линейка Olaplex состоит из трех позиций. Первая позиция добавляется в краситель непосредственно при разведении краски для окрашивания. Вторая позиция наносится на ваши волосы после того, как вы смыли краску, наносится на 10-15 минут и оставляется на волосах для восстановления волос, для закрепления эффекта, для продления стойкости окрашивания. И третья позиция в линейке Olaplex – это препарат для домашнего использования. Его в салоне уже не делают, вы его можете приобрести. И я знаю, что именно вот третья позиция из линейки Olaplex, я ее видела несколько недель назад в магазинах Ильдебате в Москве, и именно третий шаг, Step 3, вы можете купить там. Step 1 и Step 2, они, к сожалению, представлены только либо в профессиональных магазинах, либо в салонах. Честно могу сказать, что подобная линейка, конечно же, мне напомнила препарат Color PH Lex, вот ссылочка вот здесь вот, о котором я вам уже рассказывала, который также добавляется сначала, Step 1 добавляется в краситель, Step 2 это некий такой кондиционер, который наносится на ваши волосы после окрашивания. И дальше существует еще целый набор для домашнего использования, для домашнего применения, для закрепления полученного результата. Итак, Olaplex. Olaplex был разработан американскими учеными. Это абсолютно самостоятельный препарат. Препарат Olaplex заботится о восстановлении наших волос путем сохранения дисульфидных связей. Это средство, которое можно использовать как самостоятельно для восстановления наших волос, так и как дополнение к процедуре окрашивания. В салонах, как правило, данное средство предлагают именно как дополнение к процедуре окрашивания, чтобы Step 1 этого средства смешать, как я уже сказала, непосредственно с красителем, и Step 2 нанести уже после окрашивания и подержать на волосах. Как вы знаете, я являюсь счастливой обладательницей достаточно длинных волос, волос светло-русых, и когда я узнала о данном препарате, мне, конечно же, было безумно интересно его попробовать. Я пришла к своему любимому мастеру, и она мне предложила попробовать восстановление от Olaplex. Я, конечно же, согласилась. Мы делали тонирование моих волос, мы тонировали их краской Illumina. Я, в принципе, очень нежно люблю краску Illumina от марки Vella. Мы сделали процедуру восстановления от Olaplex, сделали ее в два этапа, и, собственно, мое мнение. Вот, кстати, видео о том, как я была в салоне. И, собственно, резюме, мое мнение о данной процедуре. Ну, честно говоря, конкретно на себе прямо вот такого вау-эффекта я не заметила. Возможно, потому что я и так достаточно активно, достаточно тщательно ухаживаю за моими волосами, и мои волосы в состоянии мочалки, в принципе, никогда не бывает. Поэтому такого вот какого-то ярко выраженного восстановления очень сухих волос у меня и не было, потому что волосы мои, собственно, и не были никогда очень-очень сухими, потому что, как вы знаете, я очень активно за ними ухаживаю, делаю специальные кератиновые маски и пользуюсь постоянно маслами и жидким кератином для волос. Опять же, вот ссылочка на одно из подобных видео. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста. У меня есть на моем канале целый плейлист, посвященный моим секретам ухода за длинными волосами, моим лайфхакам, моим любимым средствам, которыми я пользуюсь для ухода за моими длинными волосами. Возвращаясь к марке Olaplex, я могу сказать, что какого-то вау-эффекта на своих волосах я не заметила.
заметила. Скорее всего, подобную процедуру на своих волосах повторять не буду. Мне, честно говоря, значительно больше понравилось ламинирование от Sebastian, которое я делала в предыдущий свой приезд в Москву. И вот от него результат мне конкретно на моих волосах понравился больше. Возможно, я когда-нибудь приобрету Olaplex Step 3 для домашнего применения, хотя, в принципе, у меня еще остался мой Color PH Lex для домашнего применения, который тоже мне, в принципе, очень-очень нравится. Состояние моих волос на данный момент меня вполне-вполне устраивает. Возможно, это частично и благодаря процедуре восстановления от Olaplex, моему регулярному уходу за моими волосами. Есть ли смысл тратить деньги на подобную процедуру? Да, если у вас длинные волосы, да, если вам хочется попробовать что-то новое, да, если у вас волосы пересушенные. Совершит ли данная процедура чудо? Не знаю, обещать ничего не могу, вот конкретно на себе я этого чуда не увидела. Повторюсь еще раз, это всего лишь навсего мое субъективное мнение, это мой личный опыт проведения данной процедуры в салоне. Я надеюсь, что данное видео хотя бы немножечко было вам полезным. Спасибо большое, что остаетесь со мной, спасибо большое, что подписываетесь на мой канал. Если вам нравится мое видео, ставьте пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу и до скорых встреч. Пока-пока-пока!